лай, 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 Тарабудум, бай-бай, аль-бл-бл-бл-пачубу, чарабурупа-бай. Все батарейки для моего фотоаппарата Canon Mark III уже стали старыми и плохо держат ли пиздричество. Хочу поделиться с вами итогами полугодовалых занятий гравитационной гимнастики. Впервые о гравитационной гимнастике я узнал в Екатеринбурге, совершенно случайно. У меня были серьезные проблемы со спиной, вернее, с позвоночником и с суставами. И вот первое занятие, которое я там сделал, показало, что вот именно для суставов, для восстановления позвоночника, это отличная вещь. И я этим делом заинтересовался серьезно. Серьезно заинтересовался. Значит, в 2014 году, 13-12-14 года, я, значит, показываю результаты такие. Там штанга на поясе 500 кг, дожим штанги ногами 400 кг и дожим руками 170 кг. И все, как-то это все прекратилось. Все это прекратилось. А, нет, не прекратилось. И я поехал к Самодумову Анатолию Ивановичу, непосредственно в Серпухов, чтобы у него позаниматься. И вот смотрите, 8.01.15 года у меня уже штанга на поясе 540, дожим ногами 482, и руками я даванул 216 кг. Следующее занятие у меня уже штанга на поясе 580, дожим 532, и дожим руками 226, штанга на плечах 204, тяга 224. И на этом мои занятия у Самодумова закончились. Ездить было далеко все-таки, под Москву это примерно километров 900 туда, 900 обратно, хотя надо было бы поездить, но есть но. Вот и я все это дело прекратил, и тем более по приезду я подумал, а не заниматься ли мне здесь самому дома. Вроде я видел все эти тренажеры, и думаю, что тут столько веса нету, я одной ногой там давану. Я даванул одной ногой и перекосил там в тазе так, на весе 150 килограммов, что потом я где-то, наверное, дня 4, если не неделю, спал только ноги вверх и так далее. То есть спина была хреново, стала еще хреновее после моих вот этих вот неправильных вещей. Заниматься надо, чтобы все давило синхронно и симметрично. Ну, это я сейчас понял. Ну, вот такой был опыт неприятный. И я о нем забыл, все это там болело и так далее. 1 февраля 2020 года этого я опять попадаю в Екатеринбург к Сергею Кривых. И он мне демонстрирует другой вариант гравитационной гимнастики на тренажере, который он сам изобрел и сделал. Значит, я на нем показываю вес штанга на поясе 425. Дожим руками, что-то тут у меня какое-то колоссальное, 245. И дожим ногами 346. Сразу же, вот после этого занятия, я почувствовал, вот знаете, перестройку в организме. Вот спина реагирует сразу на вот это вот. Особенно поясничный отдел. Там идет выравнивание, ну буквально таки после первого занятия. Очень хорошо, то все, 5-10, и сразу же у меня возникла мысль, что этот тренажер я должен иметь у себя в спортзале и заниматься. Вот, но вроде там стоимость, то все, 5-10, но в конце концов я плюнул на все эти стоимости и так далее, потому что все, суставы и прочее-прочее меня так доконали, что я месяцами не спал, у меня болели так плечи, несмотря на то, что я занимался там с тяжестями, что ложишься спать, вроде бы нормально, буквально минут через 20 они начинают ныть, они начинают ломить, они начинают вот такие боли неприятные возникать, ты меняешь положение, минут через 10-15 то же самое, и
ты как ужака на огне вот так вот всю ночь вертится. И в результате простынь под тобой сворачивается в трубочку. То есть такие вещи, поэтому я на все плюнул. И приобрел этот тренажер. Он, значит, приехал ко мне 30.03.2020 года этого. И я не спеша начал заниматься. Значит, штанга на поясе 260. Дожим штанги 140 начал. Дожим ногами 280. Далее, 5 апреля, у меня штанга на поясе 300 кг, я уже поднимаю. Дожим лежа 140, дожим ногами 310. То есть в руках я как-то особо не прогрессировал. Значит, что я вот после этих занятий заметил? Это, ну вот буквально, ты знаете, такое слово есть, волшебные изменения именно в поясничном отделе. Произошли, что ты перестаешь там что-либо как-то чувствовать. Спина становится нормальная. То мне и надо было. 11 апреля. Штанга на поясе 360 кг. Дожим лежа 140. Дожим ногами 360. Значит, начали происходить интересные вещи во время занятий. Ты как-то потеешь. Понимаете, вот это вот усилие, которое ты выдаешь. То есть умственное представление о том, что ты вот, как бы сказать, представляешь собой как бы дерево, укореняешься ногами, что вот из ног у тебя растут корни до середины земли. И вот оттуда идет энергия, что твое тело, как бы сказать, вот ствол, здесь у тебя там крона и так далее. Вот все это способствует тому, что действительно как-то привлекается энергия, и ты вот давишь. Не столько силой, сколько вот именно вот этим вот мысленным представлением. Это очень важно понимать. Ты давишь энергии, старайся, по крайней мере. Вот, и вот это ведет перестройку. Значит, что у меня там было? У меня раньше там побавляло ухо. Ага, постреляло в ухе, прошло. У меня, значит, как-то было слабенькое сердце. С сердцем, знаете, как-то стало получше. Хотя вот мне бы хотелось, чтобы еще лучше. Это вот после вот этих занятий. С суставами лучше стало. Ну, я о спине уже говорю. Да? Какие-то начались изменения во внутренних органах положительного. Так, значит, 11 апреля. Штанга на поясе 360. Дожим лежа, видите, 140 у меня все. Дожим ногами 360. 18 апреля. Дожим ногами 400. Дожим руками 160. Штанга на поясе 400, тяга 180, полуприсед 180. Добавились еще два упражнения именно на позвоночный столб, когда они, знаете, вот ты делаешь вот эту тягу, они, как бы сказать, пробивают тебе вот этот вот. Если имеются какие-то энергетические пробки или еще что-нибудь такое, все это пробивается. Видите, какой довольно-таки быстрый рост результатов. И ты чувствуешь набор энергии как-то. Меньше начинаешь уставать. Это очень интересно. После занятий вот идет перестройка, смотря какие веса ты там поднимаешь. И иногда там, ну ты чувствуешь, знаете, вот когда вот обычно высокая температура, там, допустим, грипп был еще, ломает или еще что-то такое. То есть вот такие явления происходят после тренировок. И, как правило, после тренировки, вот еще Самодумов советует, после тренировки сутки голодать для того, чтобы ты очищался от шлаков. Я как-то это все пропустил мимо ушей. А теперь стал понимать, потому что я занимаюсь еще кое-чем. Моча, как правило, становится едкая. Что-то растворяется, что-то выделяется, что-то обновляется. И все это выбрасывается. То есть важно действительно помочь своему организму. Ну, я говорю, вот какая-то перестроечка идет. Вот суставы, все там такое, энергия наполняется. Теперь, значит, 25 апреля. Дожим ногами 440. Дожим руками 160, штанга на поясе 420, тяга 200, полуприсед 200. Так как у меня особо страдала поясница, то я старался вот как раз на тяге и полуприседе поберечься. Думаю, начну я потихонечку, потому что там именно она идет на поясничный отдел. Думаю, ой, ё-моё, у меня там она такая слабенькая, такая, как бы сказать. Оказывается, именно вот эти еще упражнения дополнительно лечат. То есть, если дожим ногами и штанга на поясе, они как-то ставят твой крестцовый отдел, раскрывают энергетический центр крестца поясницы, раскрывают.
но и не ставят позвонки на свои места. Это очень интересная вещь. Тогда как тяга и полуприсед делают твой вот этот вот вокруг позвоночного столба, вот этот вот энергетический скелет, оплетку делают. Потому что я-то знаю уже сколько этих было массажей, правили и так далее. Все съезжает на место, позвонки не держатся на своих местах, потому что нету энергетической оплетки. Чуть что, они сразу же съехали, и опять что-то защемилось и так далее. А тут все продавливается. 3 мая, дожим ногами 504, дожим руками 160, штанга на поясе 400 килограмм, тяга 220, полуприсед 220. Растет. Значит, примерно где-то не в мае, а в июне. Результаты, будем говорить, растут. Вот все как-то нормально. Все нормально, хорошо. Я все это дело делаю. 11 мая дожим ногами 484, дожим руками 170, штанга на поясе 430, тяга 220, полуприсед 230. 11 мая. То есть не все растет так, как вот каждый раз. Нет тренировки. Тренировки, но все-таки растет. 20 мая дожим ногами, значит, 524. Дожим руками 170, тяга на штанга на поясе 400, тяга 250, полуприсед 240. То есть я почувствовал, как вот именно после тяги спина становится еще, знаете, вот это для нее лечебное какое-то оказалось упражнение. Причем лечебное вот именно на позвоночный столб. По всей идее, такой вес должен там все расплющить, вызвать все эти грыжи, что они вообще повылетают. А оно наоборот укрепляет. Это парадокс, но тем не менее. 29 мая дожим ногами 524, дожим руками впервые уж 180, дожал штанга на поясе 500, тяга 280, полуприсед 250. Так, 10 июня дожим ногами 504, руками 160, штанга на поясе 424, тяга 300, полуприсед 260. То есть тяга поперла. Значит, что я в это время как раз почувствовал? Начали, интересно, открываться энергетические центры. Это, как правило, происходит вот во сне или еще. То есть вот как раз вот в районе 10 чисел я во сне увидел, что из груди идет такой зеленый цвет, и он становится как-то все больше, 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 больше. То есть это удивительно, не просто цвет идет, а идет еще какая-то радость. То есть вот это вот открытие центров энергетических, которые ранее были заблокированы у человека, или просто энергии не хватало. Они вот это вот дают вот такие вот интересные вещи в эмоциональном плане, что я так проснулся в такой радости, думаю, вот это да, ты смотри, как она это сработала. Далее посмотрим, сколько тут у меня. То есть вот такой вот энергетический аспект. 16 июня я решил немножечко почаще заниматься. Дожим ногами 460, дожим руками 160, штанга на поясе 440. То есть, почему я решил чаще заниматься? Я с Сергеем Кривых поговорил, он говорит, можно, это можно делать. Что тут происходит? Ты пропускаешь через себя энергию, и чем чаще, но в разумных, как бы сказать, пределах, которые позволяют тебе восстанавливаться, это важно понимать, ты ее пропускаешь, тем быстрее ты ведешь трансмутацию, перестройку своего организма на новую, на качество на новом уровне. Стало больше энергии, стали сниться разного рода сны. Я опять во сне, значит, даже немножечко полетал. То есть, когда энергии много, наблюдаются сны, когда ты летаешь. Энергии мало, таких снов нету. То есть, опять стала такая яркая жизнь во снах, которая указывает на то, что твои энергетические тела могут выходить за счет того, что у тебя достаточно энергии, как ранее в юности. Это очень интересно. В половом отношении также очень интересно стало. Энергии больше, и твои оргазмы стали ярче. Нету энергии, и ты так пшикнул, и все. А тут как выдал фейерверк. А самому интересно. Так, 23 июня, дожим ногами 500, дожим руками 160, штанга на поясе 460, тяга 260, полуприседи 270. Что я начал еще ощущать? Я начал ощущать, вот как я сейчас с вами говорю, перед вами сейчас сидит
энергетически наполненный человек, от которого прет энергия, вот прет она прямо, и вы это чувствуете. Вот нечто такое начало происходить. И это очень интересный феномен. У некоторых это ведет к тому, но у меня уже я на пенсии, что что-то там ты можешь работу поменять. То есть ты, как бы сказать, начинаешь расти во всех отношениях, в том числе в материальном. Что такие вот вещи происходят. Но у меня как-то это пока не проглядывается, потому что я тут уже доволен всем, что у меня есть. И, как бы сказать, мне важно время для того, чтобы я этим занимался, а не бегал там по работам, чтобы что-то там, какую-то копеечку заработать. Уже все заработано. Так, 4 июля дожим ногами 484, дожим руками 160, штана на поясе 480, тяга 300, полуприсед 260. Стоит на месте жим мой лежа, стоит на месте, как-то я пытаюсь 180 сдвинуть, и толку особо нету. То есть вот эта вот часть как-то заблокирована, я понял, больше энергетически. Кстати, когда ты делаешь тягу, вот здесь идет такое натяжение, напряжение, которое вот эти вот все какие-то там канальцы энергетические, оно пробивает и начинает действительно уходить там различные боли. Если какие-то спазмы раньше были, которые воспринимались вот в виде той боли или еще в другой, в шее там, допустим, в плечах, это только раз буквально таки за одну тренировку исчезли. Но не всегда это происходит вот как бы так, как ты хочешь. Дожим ногами, это 19 июля, 460, дожим руками 150, штанга на поясе 440, тяга 220, полуприсед 240. Вот тут как раз, как бы сказать, насколько я понял, вот что сейчас со мной происходит, начинается перестройка внутренних органов от того, что накапливается энергетика, которая начинает, грубо говоря, там, у меня стало лучше пищеварение, у меня многие вещи вот внутри живота и так далее, и сердце, я чувствую, стали работать намного лучше. И вдобавок все это идет как-то через обострение. И вот как раз вот на этом занятии, когда я там разминочный вес поднимал 180 килограмм в тяге, вот такое впечатление, как будто мне под правую лопатку нож засадили. Такая была боль. Но тем не менее, ведь я тут сделал 220. Я думал, что это мышцы. А теперь я понимаю, нет, это что-то там в печени начало перестройку. И, кстати, в одно из вот этих занятий я сходил в туалет и увидел, знаете, что вышло что-то необычное. Вот обычно такая, что это необычное бывает из печени, это, как правило, черная желчь. То есть там произошел какой-то там пробой чего-то там, вот этой пробки, раскупорка какая-то, вот это, знаете, такой был стул, который вот выбросил такое дерьмо, дерьмовское, то есть болезненное. Как говорил Поль Брех, вот вышло что-то такое черное, типа там какие-то там лекарства или еще что-то там такое. И после этого печень начала работать. Так вот у меня что-то такое вышло, но я не почувствовал, чтобы что-то там стало слишком работать. То есть все, знаете, медленно, но плавно работает. И в некоторых случаях идет скачками. То есть я это заметил. И вот у меня до сих пор еще какой-то отголосок есть под правой лопаткой. Все проходит. И все, как бы сказать, становится лучше. 26 июля. Дожим ногами 400, дожим руками 150. Штанга на поясе 444. 27-го. Дожим ногами 484. Дожим руками впервые 160. Штанга на поясе 400, тяга 240, полуприсед 260. То есть я стал как-то беречь там спину, думаю, что все это связано, наверное, с мышцами под лопаткой. Нет, это оказалось не мышцы, потому что если мышцы, они там порвались, они болели и так далее. 31 июля дожим ногами 480, дожим руками 170, штанга на поясе 450, тяга 260, полуприсед 260. То есть опять я начал наращивать. Значит, в энергетическом отношении лучше. И я стал замечать, что тело у меня становится какое-то другое. То есть мышцы не забиваются после тренировок. Вот такое, знаете, как в детстве тело, когда ты там что-то поделал, то есть все, пятое, десятое, оно так и остается. Мышцы более-менее мягкими, ну и что там поработал, пока
покачался. Нету пампинга так называемого. Вот что интересно. Так, 6 августа. Дожим ногами 534, дожим руками 160, штанга на поясе 484, тяга 260, полуприсед 280. 8 августа дожим ногами 440, руками 160, штанга на поясе 480, тяга 220, полуприсед 250. Такое, значит, занятие, которое просто поддерживает пропускание энергетического тока через тебя, для того, чтобы вот это шла трансмутация, перестойка организма. Как правило, она после хорошего занятия, вот где-то дня 3 примерно, наверное, идет. Если хорошее так было занятие. Вот дальше, как бы сказать, эффект несколько угасает. Но тем не менее, я вот это вот заметил, вот эту интересную вещь. 13 августа дожим ногами 524, дожим руками 160, штанга на поясе 504, полуприсед 260. То есть я, как бы сказать, решил поберечь спину, думал, что там-то такое, но... Вот так вот. Так, 19 августа 524, дожим руками 165, решил, так сказать, потихонечку добавлять. Штанга на поясе 524, полуприсед 300, не делал тягу. 28 августа дожим ногами 550, дожим руками 170, штанга на поясе 550, тяга 260, полуприсед 300. Вот я еще разок скажу, заметил, что идет постепенное накопление, накопление, накопление. Потом ты чувствуешь, энергия тратится вначале, как бы сказать, на перестройку тканей, органов, организма. А дальше она уже на выдачу результатов. Это я как-то прочувствовал. Естественно, опять-таки, сны, вот какое-то тело такое интересное. 30 августа дожим ногами 440, дожим руками 108, штанга на поясе 440. Наконец-таки у меня проклюнулась вот этот вот дожим, то есть разблокировалась часть более-менее. И что я заметил, после тренировок у меня стали, как бы сказать, побаливать колени. Буквально такие дня три они побаливают, как бы сказать, вот эти вот поверхности сустава коленного, в них тоже происходит перестройка. Только раз-раз-раз поболели, хоп, это все прошло, и ты опять давишь. Так, на 2 сентября мы батареи, как и фотоаппараты, были куплены в 2013-м, 7 лет, и они уже поздыхали, все это перестали особо подзаряжаться и держать заряд. Опять-таки нужны средства. То есть для жизни средства-то есть. Но для того, чтобы вот все вот это делать, это уж требует вашей помощи. Итак, 2 сентября. Дожим ногами 480, дожим руками 160, штанга на поясе 500, тяга 300, полуприсед 300. То есть пошел. И говорю, я начал как-то ощущать перестройку тела. 8 сентября дожим ногами 500, дожим руками 180, штанга на поясе 500, тяга 310, полуприсед 280. 11 дожим ногами 580, руками 190 я уже даванул, штанга на поясе 540, тяга 320, полуприсед 300. То есть с больной спиной подобного сделать невозможно. Ни тягу, ни полуприсед, когда все это на позвоночнике. И плюс еще тут очень важно понимать, что это делается не силой, а я, по крайней мере, насколько у меня получается, стараюсь энергетикой, насколько я могу ею владеть. Кое-что вот, судя по разговору с вами, я сам ощущаю, что я наполнен энергией, и вы это чувствуете. Это очень хорошее. Что касается спины, так я как-то стал, знаете, и подзабывать, что она там у меня болеет. Раньше, знаете, вот там походил или еще что-то там поделал, надо сесть, там растянуться, еще что-то там такое сделать. Сейчас ходишь и никаких растяжек, подтяжек или еще каких-то упражнений не делаешь. То есть, потому что укрепился энергетический каркас в целом. Значит, 15 сентября дожим 500, руками 180, штанга на поясе 500, тяга 260, полуприсед 260. То есть иногда я это не шел, так сказать, на максимум шел. И знаете, в начале, когда я делал не тягу, а именно вот этот штанга на плечах, там сколько там, 220 и так далее, я больше переживал,
да и в тяге я больше переживал за то, не за поясницу, а за то, чтобы у меня здесь какая-нибудь грыжа не вылезла. И я почувствовал, что вот эта вот часть у меня, живот, укрепились. То есть они стали совершенно иными. Так, опять лепездричество кончилось. Надо другую эту батарею менять. Перепробую все батареи. Продолжим. Значит, я больше беспокоился за низ живота, чтобы тут, не дай бог, грыжа не вылезла. Потому что сильное давление было от натуживания. Вот чтобы все это укрепилось и старался не спешить. 16 сентября, ну, совсем свежие вещи, да? Дожим ногами 500, дожим руками 180, штанга на поясе 500, тяга 260, полуприсед 260. 18 сентября. Дожим ногами 500, дожим руками 180, штанга на поясе 520, тяга 220, полуприсед 220. Не стал я, значит, так сказать, это чрезмерно упираться. И, наконец-таки, 25 сентября. Дожим ногами 520, дожим руками, наконец-таки, я 200 выдавил. Штанга на поясе 400, когда я поставил 450, значит, случилось следующее. Правый коленный сустав, такое впечатление, как он стал не на место, и что-то там произошло, такая боль. Поэтому я остановился буквально так и на первом весе. 400 сделал, все нормально. 450, вот это возникла боль, я это все отставил. Тем не менее, тягу я сделал 300 и полуприсед 310. То есть, если бы это развалился бы коленный сустав, он бы, естественно, мне не дал. И ночью он довольно-таки сильно приболел у меня. Спал, так сказать, плохо. Но, тем не менее, на следующий день все как-то быстро прошло. И сейчас я вот более-менее нормальный. И завтра, я думаю, сделать тренировку. И я почувствовал, что прослойка у меня вот здесь, прослойка на животе, существенно уменьшилась. И вот я с утра просыпаюсь, лежу. И такое впечатление, как какое-то у меня новое тело, оно стало более стройное. То есть у меня вес был там где-то 107 килограмм, там. А это только раз после вот такого занятия я вижу 106. Заключение. Что я хочу сказать? Я прозанимался полгода. Прозанимался сам. Вот как там меня Сергей Кривых подучил, что я видел в этом у Санема Адумова примерно. Вот это я все сам, значит, и делаю. Со мной занимаются еще два человека. Потихонечку они прогрессируют. Некоторые довольно-таки хорошо. Я доволен. Доволен тем, что у меня есть инструмент по перестройке своего организма. И этот инструмент не питание, там, не еще там что-нибудь, а это энергетическое воздействие, которое ты сам вызываешь. И именно оно способствует тому, что начинают раскрываться те потенции, которые в тебе заложены. Ну вот насколько это получится. Хочу сказать следующее, что все, конечно, индивидуально. У кого-то одно, у кого-то другое и т.д. т.п. И в зависимости, я подчеркиваю, в зависимости от вашего вклада, сколько времени, сколько сил, сколько энергии, сколько умственных раздумий вы вкладываете в это дело, в зависимости от этого вы получаете и результат, который уже вам дается индивидуально. Вот я. Сейчас я 600 килограмм там не дожимаю. Я вам все рассказал, с какими весами. Я думаю, как я вот, если мне удастся дойти до тонны, я вот этот путь расскажу, что там у меня там получилось, какие там изменения были. А вот после тонны начнутся даваться, я чувствую, такие вещи, которые даются индивидуально человеку за его собственный вклад, индивидуально. И, естественно, их тиражировать на неподготовленных людей для всеобщего обозрения просто-напросто нельзя. Вот такое вот мое мнение. И, кстати, Самодумов Анатолий Иванович, он об этом и говорил. Вот он дошел до веса там тона 130 килограммов, никак у него не получалось. Потом он перешел этот барьер. Что с ним было? Он говорит, вот как бы сказать, получил первое такое посвящение, что целый месяц ходил радостный, как говорит, как дурачок радостный. Вот такое вот настроение. Кое-что я ощущал. Вообще у меня были такие проблески. И опять-таки вспоминается вот это вот уникальное стихотворение, которое прошло через меня. Я мера мироздания, и глубина, и ширина,
и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать. Заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две миры этой красоты. Так вот, жизнь нам дана для того, чтобы мы показали эту красоту друг другу, насколько мы можем быть красивыми.